Основные работы по строительству аллеи памяти в Натырбовском сельском поселении уже закончены. Сейчас на объекте доделывают последние штрихи. Вооружившись вениками, мусорными пакетами и граблями, сотрудники администрации сельского поселения во главе с Натальей Косицыной вышли на субботник. Они очистили территорию от веток, листьев и мусора. Напомним, что в сентябре текущего года в рамках программы «Бюджетное инициирование» здесь началось строительство аллеи памяти. В реализации данного проекта активное участие приняли сельчане. Сейчас территорию памятника не узнать. Аллея выложена плиткой, появились лавочки и урны, установлены светильники, а по обеим сторонам высажены деревья. Особенно аллея памяти красива в вечернее время. Везде развешаны ночные гирлянды. О том, какая работа предшествовала всему этому, нам рассказала глава поселения Наталья Косицына. В апреле месяце по решению комиссии, которая была создана при депутатском корпусе Натырбовского сельского поселения, было принято решение участвовать в республиканской программе «Бюджетное инициирование». Что она представляет собой, эта программа? Мы выбираем любой проект, любое строительство, все то, что делается в плане благоустройства на территории нашего поселения. Федеральный бюджет дает определенную сумму на строительство этого проекта. Обязательным составляющим должно быть участие, финансовое участие жителей села. Перед тем, как принять участие в данной работе, наше поселение совместно с школой, детским садом, музыкальной школой, Домом культуры провели большую социально направленную работу с гражданами. Было проведено много конкурсов, тематических конкурсов. Детьми были изготовлены большое количество подделок, рисунков, были розданы призы, дети занимали различные места. Два первых призовых места, рисунок и подделка, были отправлены в Майкоп на представление данного проекта в Министерстве финансов. В мае месяце наш проект был признан одним из лучших, и значит, нам было одобрено строительство аллеи памяти. Место было выбрано не случайно, потому что эта аллея действительно очень важна для всех сельчан. Она нам напоминает о военном времени, о том сложном времени, напоминает о войне, о тех ветеранах, которые не пришли с фронта, которые пришли и поднимали с колен свою малую родину. Решением комиссии совместно со всеми жителями было решено обустраивать именно эту аллею. Из федерального бюджета было выделено 883 тысячи рублей. Односельчанами, фермерами, предпринимателями, простыми жителями села, даже детьми было собрано 290 тысяч. Район нам помог, выделил 207 тысяч. В общем, у нас получилась необходимая сметная стоимость 1 миллион 380 тысяч рублей. И мы начали строительство. Был проведен аукцион, был выбран подрядчик, и работа началась. Конечно, были сложности, были непростые моменты, но в любом случае аллея наша построена, она красивая. В декабре месяце данный проект был сдан, аллея наша открыта. Ее мы в преддверии новогодних праздников нарядили иллюминации. В вечернее время она особенно красива. Я думаю, что это место будет одним из любимых мест всех жителей села. Подростков, просто людей, пенсионеров, которые в свободное от дома время будут прогуливаться по ней, вспоминать былое, мечтать о чем-то сокровенном и хорошем. Единственная просьба ко всем жителям села, особенно к подрастающему поколению. Это сделано совместно с нами. В эту аллею вложены финансовые средства всех нас, в том числе и детей. Нам нужно все вместе ее сохранить, ну и, естественно, приумножить.